Я хочу еще напомнить нашим прихожанам о том, что причастие, к сожалению, многие приходят уже к концу божественной литургии. Вот мне священники приходят и говорят, что вначале никого на исповеди нет. Вообще, по благословению святейшего патриарха Кирилла, утром исповедь запрещена. Чтобы вы понимали, мы должны исповедовать всех с вечера. Но понимая ваши немощи, недостатки, понимая то, что вы начнете жаловаться, писать и так далее, говорить, что вот в этом храме все по-другому, мы исповедуем вас. Но когда вы приходите к Отче наш с ребенком, которому 11 лет, и говорит, ну он же совсем ребенок, детский возраст заканчивается в 3 года. С 3 до 7 лет отрочество, с отрочества уже человек становится отроком, взрослым человеком, который должен исполнять все правила и обязанности, которые возложены на взрослого человека к приготовлению святых Христовых тайн. До 3 лет разрешает какое-то вкушение пищи, после 3 лет перед божественной литургией надо приучать детей, чтобы они от этого вкушения воздерживались. Может быть, водички попить, но больше остальное ни в коем случае. Чтобы к 7 годам они понимали, что они приходят в храм, принимают святые Христовые тайны со страхом и требованием, чтобы они с улицы не приходили в 11 часов, перед тем, как отче нас уже поют, и к чаше тащили своего великого младенца, если так можно сказать, который сопротивляется и всячески не ходит идти к этой чаше, не понимает, что с ним происходит. Детей надо воспитывать в строгости, в жесткости, в постоянном контроле и уважении к старшим. Если такое воспитание вы своим детям придадите, не будете их жалеть, утирать им сопли и так далее, то из них вырастет достойный человек. Если вы это будете делать на каждом шагу, то вы получите обратную реакцию, прямо противоположную. Вырастут те, которые будут любить только себя, гордиться только собой, ненавидеть ближних, ненавидеть своих родителей, и чашку воды перед на смертном одре они вам не подадут. Об этом надо помнить, и поэтому приводить всех детей к началу божественной литургии. У нас литургия идет четко, ровно час, не переломятся, не устанут, ничего с ними не будет. Они будут только лучше и чище.